Школьники Юго-Тюменской области знакомятся с оружием Великой Отечественной. Музейные экспонаты показывает Тюменский совет ветеранов морской пехоты. На этой неделе морпехи побывали в Заводоуковске. Ребята городских и сельских школ не только узнали историю военных предметов, но и смогли прикоснуться к ним. На выставке представлены известные винтовки Мосина, Токарева, Коряк, пистолет-пулемет Шпагина, скорострельность которого составляет 1000 выстрелов в минуту, а еще пулеметы Дегтярева, Горюнова и Чапаевский Максим. Оружие, которое у нас продемонстрировано здесь, оружие Победы, мы его собрали со всей Российской Федерации. С парка «Патриот» из Москвы и ТУА, и заводов «Молот Армс». Это вооруженные заводы, которые у нас производят. И это очень большая реликвия такая. Где-то из окопов, где-то она старая, где-то она там приклад только, еще что-то. То есть это реально все то тех времен. То есть это все оригинально. Такие патриотические встречи проводят благодаря гранту губернатора Тюменской области. Его морпехи получили в 2022-м. Так у них появилась возможность реализовать проект «Школа военных реконструкторов».